Вот, смотрите, что мы делаем. Начинаем с ячменя. Почему я говорю, что заговоры, да, нужно как-то отдельно мне прописать, потому что слова, да, немножечко могут быть вам непонятные. Но я буду максимально проговаривать это, ну, как сказать, точно, да, ну, вот прям, если что-то где-то, одну букву я неправильно произнесла, я повторюсь, а, да, уточню. Первое, что мы делаем? Фигу, да, это однозначно. Фига должна быть у нас на правой руке. Если мы левша, то на левой, на рабочей руке, да. То есть есть люди левши, что теперь, да, то есть им мучиться с правой рукой? Нет. Делаем фигу. Фигу заносим за свою спину. Фига должна быть в области вашего хвостика, да, в области, вот прям держать нужно руку, где поясничка, вот крестцовый отдел, да, и там ваш хвостик прям, вот самый-самый конечек, да, то есть около попы, да, держим фигу, да. Стоит перед вами человек, большой, маленький, неважно, сидит, лежит, это я уже тоже сказала, неважно. Вы подошли к нему, фига у вас за спиной, да. Ну, вы можете предупредить человека, это не обязательно должно быть внезапностью для него, что вы сейчас будете лечить ему ячмень так, чтобы он напужался и уже у него ничего не болело. Нет, вы, естественно, скажете, да, это, но подходите к человеку с фигой за спиной в области вашей попы, да, то есть именно держите, где ваш копчик, самый хвостик, да, вот так. Фига направлена вниз, вот этот пальчик. Да, сам пальчик направлен вниз обязательно, да? То есть вот таким вот образом подходите. Дальше. Достаете свою фигу, подносите к глазу человека, вот так прям к глазу, там, где у него болит, и произносите следующие слова, да? Пичичмень, пичичмень, не ячмень, а пичичмень, пичичмень, на тебе из заговни кукиш, чего хочешь, того купишь, купи себе топорок, руби себя поперек. И делайте так, тьфу-тьфу-тьфу, три раза, да? Затем заносите обратно фигу за спину и делайте это, нужно это сделать три раза. Второй раз. Достаем фигу, подносим к глазу и говорим: пичичмень, пичичмень, на тебе из заговни кукиш, чего хочешь, того купишь, купи себе топорок, руби себя поперек. Тьфу-тьфу-тьфу. И третий раз то же самое, да, произносим. Повторяю еще раз. Пичичмень, пичичмень, на тебе из заговни кукиш, чего хочешь, того купишь, купи себе топорок, руби себя поперек. Все легко, да, это, ну, как отче наш, да, произносим, да, тихо, вот, это я вам сейчас вот так четко, ясно, а вы произносите как шепотом, шепот, нужно обязательно это, чтобы никого не спугнуть, а сделать свою, тихонечко сделать свою работу, да, вот, прям, пичмень-пичмень, знаете, закрепишь, чего хочешь, что купишь, купишь это, прогрубишь это, прям, то есть это быстро произносится, да, и шепотом. Шепотом обязательно, да, вот это нужно тоже для себя, ну, как говорится, запомнить, да. Про себя нельзя, громко нельзя, шепотом. Вот это нужно сделать. Угу. Смотрите, раньше, да, все наши бабушки и, ну, там, дедушки, да, они не говорили громко вслух ничего, да, они говорили еле слышно, шепот,
шептали. Даже бабушек таких называли шептунья, да, то есть она шептала. Во-первых, без спроса ничего не делать, да? Человек должен попросить. Даже если это ребенок, вы должны сказать: попроси меня, да, заговорить тебе ячмень. Или попроси меня, нужно прям сказать человеку, чтобы он вас попросил сделать это или это, да?